Собирает друзей. Горец, это всем известно, да, исторически является центром для творческой, научной интеллигенции. Здесь бывали академики, президенты. На этой сцене играл Сергей Рахманинов, пел Федор Шаляпин. А сегодня для вас поет петербургский баритон, лауреат международных конкурсов, исполнитель классикал кроссовер, так правильно называется, его жанр Михаил Гаврилов. Несмотря на свои юные 25 лет, Михаилу уже довольно давно удалось завоевать, покорить сердца тысяч петербуржцев, да, собственно, и не только петербуржцев. Уже почти 15 лет Михаил поет на профессиональной сцене. Его вокальная карьера начиналась в детском хоре Мариинского театра. И уже очень скоро юному артисту доверили исполнение сольных партий в операх «Борис Годунов», «Царевич Федор», «Макбет», «Призрак», «Война и мир», «Тришка», «Джанни Скики», «Геральдина» и других. Вместе с труппой прославленного театра Михаил гастролировал в Японии, Соединенных Штатах Америки, Германии, Австрии, Финляндии. Уже тогда начинал покорять искушенную зарубежную публику в прославленных залах Метрополитен Опера, Кеннеди-центра и других известных оперных центров. Выступал с оркестрами под управлением Валерия Гергиева, Гарри Бертини, Джан-Андреа Назеле. Разумеется, что после такой головокружительной карьеры у юноши не возникало вопросов с выбором профессии, с выбором дела всей своей жизни. Он поступает сначала в Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова на дирижерско-хоровое отделение, затем продолжает учебу на вокально-хоровом отделении Университета культуры и искусства, а в 2014 году с отличием заканчивает Российский государственный педагогический университет имени Герцена кафедру сольного пения. С 2012 года занимается под руководством заслуженного артиста России, солиста Мариинского театра Александра Морозова. Михаил повышал свое вокальное мастерство в Монте-Карло, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, участвовал в десятках международных конкурсов и никогда не оставался без наград. Пожалуй, дорогие друзья, не осталось в городе залов, в который бы вместе не выходили на сцену Михаил и Ирина Александровна. Это и малый зал филармонии, и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, и Белый зал политехнического университета, и многие-многие другие. В репертуаре Михаила Гаврилова произведения самых различных стилей и направлений на различных сценах. Одной из последних его успешных творческих работ стало участие с произведением народного артиста России, лауреата государственной премии, композитора Сергея Слонимского на фестивале «Три века классического романса». Президент фестиваля, народная артистка Советского Союза Ирина Богачева. Thank you.